Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Скидка до 50% на всю выпечку в пекарне «Добропек» с 19.00. В СНТ Курск сотрудники МЧС проверили соблюдение норм пожарной безопасности в выходные дни. Вместе со спасателями в рейде приняли участие представители управления по делам ГОИЧС, администрации города и руководители садоводческого товарищества. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории города предупреждение пожаров запрещается. Уважаемые жители города, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости строгого соблюдения правил благоустройства на территории города в особый противопожарный режим. Целью этого профилактического мероприятия стала проверка соблюдений требований пожарной безопасности, работа с населением, разъяснение дачникам правил противопожарного режима, действующего в регионе. Инспекторы проверили наличие первичных средств пожаротушения – бочки с водой или же огнетушители, наличие заброшенных легковоспламеняющихся остатков травы, веток или иного мусора. В случае выявления подобных фактов садоводов могли привлечь к ответственности. На сегодняшний момент на территории СНТ Центрального округа города Курска составлено в течение месяца порядка 25 административных протоколов по части 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. В праздничные выходные дни будет продолжена работа, направленная на профилактику пожаров в садовых некоммерческих товариществах в жилом секторе города Курска путем проведения плановых рейдовых осмотров, а также путем проведения профилактических мероприятий. Акция на десерты в пекарнях «Добропек». Пирожные «Наполеон» с малиной 49 рублей, птичье молоко 49 рублей, картошка 19 рублей, Эстерхази 45 рублей. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.